А теперь расскажите, пожалуйста, все-таки, кто вы, что здесь будет? А ничего не будет. А у вас что за организация? Самстрой. Как? Самострой. Самострой? Ну, а кто сказал, дал указание закрыть ее? Ну, установку спасает. Я говорю, закрывайте. Почему? Кто дал указание ее закрыть? Вы же сказали, что вы с казачества. Да? То есть я понимаю, это будет здесь торговая точка вашего сына, правильно? Правильно понимаю, да? Почему вы не общаетесь? Вы видите, как люди возмущаются, что убрали остановку. Еще раз спрашиваю, а организация у вас какая? То есть вы принципиально не хотите общаться, да? Хорошо, нет. То есть, а есть у вас какие-то разрешительные документы? Ну, конечно. А можно посмотреть? Покажите какие-то разрешительные документы на строительство. Привет, Борис. Ну, хотелось бы, да. Пожалуйста, расскажи, что здесь будет? Здесь мы отгораживаем, потому что эта территория частная собственность. Это частная собственность? Да, конечно. Ваша частная собственность? Здесь будет расширена торговая точка? Нет, здесь не будет расширена торговая точка. Будет просто отгорожено на сегодняшний день, чтобы здесь не обслуживали, потому что мусорка там уже, здесь мусорят. Здесь просто отгородим. Вот люди возмущаются, говорят о том, что сейчас стало неудобно из-за остановки. Это вопросы не ко мне. Борис, а разрешительные документы какие-то есть, что это ваша собственность? Можете показать, да? Я вам, сходите в администрацию, возьмите вам. Вы же сделаете запрос, как обычно.